только что у нас официально произошел переворот, фактически переворот, так как армия заявила о том, что она теперь контролирует правительство и всю ситуацию в стране. Ну, в общем, как бы это предполагалось, особо никакой разницы нету. Вот так мы все это застали. Только что смотрели это по телевизору. Вон, даже сейчас еще показывают что-то. Ну, дальше все как обычно. Таиланд, однако.